А у нас началась зима. Выпал снег и стало холодно. Ну что ж, начнем тренинг. Начнем вас дождаться. Ну что, начинаем наш тренинг. Начинаем. Начинаем тренинг. Тра-ля-ля. Настройка заключается в том, чтобы ты через себя мог пропустить энергию. Вот насколько ты своим сознанием владеешь тем, что ты вот можешь пропустить через себя энергию больше, больше, больше. Весочек 360 кГц. Так. Ну что, 400 даваню. Даванули. 420. Начнем потихонечку восстанавливать. Итак, мы будем энергетику. Будем разбужаем. Сто 40 даванули. Thank you.
360 осилили. Есть. Еще разок. Сапоги. Это работа. К этому упражнению я как раз разогреваюсь, наполняюсь вот этой энергетикой. Чувствую, что вот тут я могу приложиться. Итак, 200 кГц. Подтянем, посмотрим, как спина. Никто, ничего, нигде, никак. Thank you.
чувство прогретость организма, хорошее пропускание энергетики, испарину, такую, знаете, поры открыты. То есть то, что надо. Вот к этому упражнению и происходит. Только то, что я организм вошел в необходимый ритм, режим. Ритм, режим вошел необходимый. Необходимый ритм, режим. Так. Это 300, 320. Хорошо. Двести двадцать.